боковой нажим. Это очень интересное и любимое многим спортсменам упражнение. Как правило, на разного рода порталах показывается разными спортсменами. Но тем не менее, хочу обратить внимание на аспекты этого упражнения. Так, на самом деле, что работает в этом упражнении прежде всего? Связка или какие-то другие мышцы и связочный аппарат на том самом?